Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Познаем истину» и я ее ведущий Олег Харламов. Тема нашей встречи сегодня – спасение и конец времени. Мы вновь обратимся к удивительному Слову Божьему, которое конкретно, очень ясно говорит о том, что будет происходить в последнее время и каким образом мы можем быть спасенными людьми, благодаря чему происходит наше спасение. Открывать эту книгу, книгу, которая является книгой жизни, мы будем вместе с гостями нашей студии. Я с удовольствием сейчас вас, друзья, познакомлю. Сегодня у нас в гостях Наталья Кудровец, преподаватель, Игорь Бойко, предприниматель и пастор церкви, Святослав Музычко. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы прочитаем первое послание Иоанна, 4 глава, 10 текст. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Скажите, пожалуйста, вот какие шаги вы предпринимали, когда оказались в какой-то сложной ситуации? В любом случае необходимо оценить, где ты оказался. Угу. После того, когда ты оценил, где ты находишься, ты, ну, прежде чем, наверное, думаешь, как ты здесь оказался, думаешь, вот надо оценить, где ты находишься, и потом подумать, а что можно сделать, чтобы изменить что-то. Что можно сделать? Какие усилия ты можешь применить? Какие усилия кто-то может применить? Кто может тебе помочь может в этой ситуации? Может быть, кому-то быстро позвонить? Или... Да. Ну да, например, вы где-то находитесь в пути, заглох автомобиль. Вот. Что делать в этой ситуации? Да? Кому звонить? На кого можно положиться? А все-таки вот на кого стоит полагаться и надеяться в своей жизни? Вот близких. Когда у меня заглохла машина, да? Я в первую очередь быстро, конечно, в голове пробежал список, позвонила тем людям, которые, знаешь, любят тебя и которые могут тебе помочь. И они помогли вам? Да. Ну, замечательно. Почему существует вот такая поговорка? Помните фильм «12 стульев»? И там прозвучало такое выражение, которое стало, наверное, пословицей или поговоркой. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Почему она живет, почему она существует? В чем смысл ее? Вероятнее всего, смысл этой поговорки в том, что ты никому не нужен. И ты никому не интересен. Наверное, я придумал ее человек, который столкнулся с непониманием. Когда он нуждался в помощи, ему не помогли. Когда он нуждался просто в простом, элементарном понимании сочувствия, ему это не оказали. С черствостью человеческой. И вот как следствие одного, двух, трех, наверное, соприкосновений с такой человеческой черствостью, человек и понял, что я кроме себя никому не нужен. И кроме меня самого никто мне не поможет. А с таким ощущением, как вы думаете, сегодня живут многие люди? Вы знаете, что мне надеяться, я хочу сказать, что достаточно людей есть сегодня в этом мире, которые столкнулись с чьей-то жестокостью, с чьим-то непониманием, с чьим-то отвержением. Я достаточно давно, наверное, уже несколько лет ехал на электричке несколько лет назад, и электричка остановилась на одной станции. И я обратил внимание на перрон, как бы параллельно движущихся электричек. И там на бетонной плите было написано: «Ты никому не нужен». И я подумал, что вероятнее всего эти слова написал человек, которые очень больно коснулись его. И он вместо того, чтобы написать «я никому не нужен», написал «ты никому не нужен». То есть вот так как бы опосредованно переживал вот то свое состояние брошенности, ненужности. А состояние брошенности, оно возникает из понимания того, что тебя никто не любит? Можно и так сказать. Ну, опять же, знаете, есть такая история, опять же, детская история. Женщина сидит в парке, горько плачет, подходит маленький мальчик. Ребенок обнимает ее, прикасается к ней и спрашивает: «Ты почему плачешь?» Женщина в слезах выражает свою боль и говорит ему: «Потому что меня никто не любит». И мальчик, обняв ее ноги, спрашивает: «А ты точно у всех спросила?» То есть, возможно, мы в малый круг только обошли. Может быть, есть те люди, которые мы на самом деле, ну, кто нам может помочь, кому мы не безразличны. Может быть, мы не нашли просто, не встретили еще этих людей. Может быть, у нас просто предвзято даже мнение, что мы, ссылаясь на опыт какого-то другого человека, утверждаем о том, что, да, в принципе, тебе никогда никто не придет на помощь. И мы как бы живем с таким утверждением, надеясь сам на себя. Не потому, что мы имели горький опыт, а потому, что мы слышали, как
люди другие рассказывали об этих, об этом горьком опыте. Почему мы не всегда доверяем даже тем, кто нас любит? Ну, есть же русская такая тоже пословица, поговорка «доверяй, но проверяй», которая, ну, априори, как бы, ты не доверяешь тем людям, до конца не доверяешь тем людям, которым бы, может быть, и стоило бы это сделать. Ожидаем подвох, к сожалению, какой-то. И да, такой есть в нашей жизни, действительно. Но если мы знаем, что все-таки есть люди, которые нас любят, я думаю, каждый из нас уверен в этом, и есть те люди, которые действительно искренне нас любят, почему все-таки мы даже этим людям не всегда доверяем? Ну, может быть, в какой-то момент жизни мы столкнулись с тем, что даже от очень близких нам людей, любимых, да, мы не ожидали такого, что они могут так поступить с нами. Если это происходит, как и вот Святослав Михайлович сказал, раз, два, три, то ты уже внутри ждешь. Если три раза произошло, ну, вполне возможно, будет и четвертый, и пятый. То те, которые любят нас, вы знаете, они всегда готовы прийти на помощь. Те, которые по-настоящему любят. Может быть, то, что у нас были какие-то разочарования в жизни, что нам другие люди не помогли, и поэтому мы даже на этих людей, самых близких, мы просто не рассчитываем. Скорее всего, что, я думаю, так и есть, что, может быть, мы обратились к какому-то человеку, думая, что он нам поможет. А в этой ситуации, именно в это время, человек не мог помочь по своим обстоятельствам. А мы думаем, что-то с ним не так или что-то со мной не так, почему он мне не помог. Это часто, довольно часто случается. И вот эти сомнения мы несем дальше, к сожалению. Сегодня мы говорим о спасении. Безусловно, это такой серьезный вопрос, потому что он волнует, наверное, многих людей, которые доверяют Богу, которые ходят в церковь. Давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 8 и 9 тексты, что вот пишет апостол Иоанн. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Почему у Филиппа возник этот вопрос? Если он был близок к Иисусу Христу, у него была вера в Бога, это не был человек, который никогда не знал, кто такой Бог, и, наверное, очень часто Филипп к нему обращался. Вообще человеку трудно на самом деле понять, каков он Бог. Сегодня вопрос Филиппа – это вопрос множества людей. Исходя из этого текста, из ситуации с Филиппом, мы можем сказать, что достаточно сложно, что человек, ну, пользуется всегда тем, что он видит. Что Бог далеко от человека, либо человек далеко от Бога. Почему мы не можем понять? Вы знаете, я бы сказал, равноудаленные и равноблизки. Все зависит от человека. Бог, знаете, как интересно, если читаем 59-я, мне кажется, глава книги пророка Исаии, там Господь заявляет о себе так, что «мое ухо не закрыто для вас, и не отяжелело», он говорит, «чтобы вас слушать, и моя рука не сократилась, чтобы вам помогать». А дальше он говорит, что грехи ваши произвели разделение. То есть ваш образ жизни, он мешает вам понять меня, узнать меня и получить ту помощь, которую я вам готов оказать. Вы выбираете не меня, а вы выбираете себя. Если человек еще не знает Бога, он читает Священное Писание. Через Священное Писание можно узнать, каким на самом деле является Бог? Конечно. Священное Писание насыщено описаниями отношений человека и Бога. Хорошо, тогда почему Бог в Ветхом Завете многим представляется как суровый, даже жестокий Бог? Только на основании того, что здесь он читает. Здесь проблема в понимании Бога. Дело в том, что когда мы начинаем со своей человеческой точки зрения отчеловечивать Бога, да, мы разделяем Бога на различные части. Мы, как верующие люди, верим, что Бог, Он един, Отец, Сын и Святой Дух. Когда люди разделяют Бога Ветхого Завета и на Бога Нового Завета, они как будто берут одну составляющую часть Бога, Бога Отца, а не Ветхий Завет, потому что он кажется такой жесткий, он справедливый, он наказывает. А Бога Людям Сына... кажется, либо он на самом деле таков Бог Ветхого нет, Завета? Нет. Когда мы читаем истории, когда мы читаем о войнах, когда мы читаем об уничтожении, наверное, не просто сотен тысяч, а десятков тысяч. Естественно, у людей появляется вот такое мнение о том, что Бог жестокий.
Если основываться, опять же, на событиях, которые действительно, которыми насыщен Ветхий Завет, там очень много крови, кровопролитных действий, достаточно жестких таких мер, которые принимал Господь в свое время по отношению и к отдельным людям, и к целым народам, да, то может сложиться впечатление, что действительно Бог Ветхого Завета, он достаточно жестокий, где-то иногда как будто как злость какая-то проявляется. Но это неверно, потому что, опять же, мы Бога должны воспринимать не с нашей точки зрения, нашей логики, а так, как Он нам открылся через Библию. Он говорит: «Я Бог, я не изменяюсь». И если Отец, Сын и Святой Дух – это один Бог, значит, не может быть такого, что когда делает что-то Отец, Сын где-то находится, и Дух Святой в другом месте занимается чем-то другим. Они все, как мне кажется странным, есть любовь. Игорь, вот мы не говорим о логике, мы говорим о фактах, о конкретном, да. Конкретном числе, числах уничтоженных людей. Я хотел бы не просто выступить в защиту Бога, а позволить нам всем посмотреть на другую сторону. Вы знаете, что мы почему-то очень часто обращаем внимание на негатив, на какие-то отрицательные, вот, неприятные нам события, ситуации. И вообще-то мы хотели бы, чтобы Бог вообще не реагировал на зло. Но Ветхий Завет, да и Новый Завет, если мы реально посмотрим, Бог реагирует на зло. Он вынужден реагировать на зло, потому что Он свят. Но с другой стороны, мы почему-то не замечаем проявления, колоссальные проявления Божьей милости. Вот мы это как-то просматриваем, и эти люди, вот иногда, ну, пытаясь обвинить Бога в жестокости, не видят вот ту милость, то милосердие, ту благость, то долготерпение, которое проявлял Бог к людям на протяжении даже столетий. Бог терпел. Потому что Бог не человек, и человек – это не Бог. Мы говорим, что если по отношению к тебе проявляет зло, у тебя какая реакция появляется? Любить их или отомстить им? Вот давайте мы прочитаем, что Иоанн, например, говорит о Боге. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 текст. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Вот вы знаете, когда, наверное, многие люди читают, может быть, наши зрители слышат слова или читают, но возникает вопрос, вот как связать любовь Бога к этому миру с той трагедией, ужасом, который действительно окружает нас? Потому что мы понимаем, что если Бог – это не человек, у которого есть удивительные возможности изменить, поменять, остановить, запретить, это все в силах Божьих, потому что Он может это сделать, и вдруг это происходит, происходит вот эта трагедия, в которой человек не может вмешаться в силу своих ограниченных возможностей, но Бог. И все-таки Иоанн говорит о том, что есть Бог, есть любовь. Это укладывается в сознание многих людей? Наверное, в сознании многих людей не укладывается. Почему не укладывается? Потому что они рассматривают только одну сторону Бога. И у них есть свое представление, каким должен быть Бог. Они уже решили, каким должен быть Бог. И они исключают вот из своего представления вот те ситуации, где Бог вынужден для защиты других, для блага других и для блага, может быть, иногда и самого этого человека действовать не так, как ему нравится. Ну, знаете, банальный пример, может быть, детский пример. Идет мама с ребенком, у ребенка больное горло, ребенок увидел будку с мороженым и просит: «Купи мне». Мама не покупает. Что думает ребенок о маме? Мама злая, мама недобрая, мама меня не любит, потому что она мне пожалела там какую-то копеечку. Да? Но когда этот ребенок вырастает, он понимает, что мама в тот момент хотела ему блага. Вот апостол Иоанн, он тоже вырос. Он тоже вырос. Вот эти тексты, вот этот текст, он написал уже в тот момент, когда он сам стал апостолом любви. А раньше он был сыном грома. И вот он понял, что Бог есть любовь, и он понял, что если ты не любишь, то, ну, у тебя нет с Богом отношений. Хорошо, а меняется ли любовь Бога в зависимости от нашего поведения? Вот сегодня мы с Ним, завтра мы уже без Него. То есть мы очень изменчивы в своем поведении, даже во вкусах. Да. Как Бог реагирует на это? Меняется любовь Бога? Ну, вообще, понимаете, если Бог есть любовь, то здесь вообще трудно говорить об изменениях. Очень трудно говорить. То есть это как бы странно говорить об изменениях. Вот возвращаясь немножко к вашему вопросу предыдущему, вы знаете, когда
говорим о том, что Бог разный там. Посмотрите, если на Голгофу, вот это смерть креста, разве это красивый акт? Разве в этом любовь? Многие люди задаются вопросом, как Бог мог убить своего сына? Ведь это страшные вещи на самом деле. Но в этом мы видим, а христиане, мы, есть те, которые отмечают воскресенье, то есть мы радуемся, вот это такое особенное событие. Но ведь это все предваряло именно смерть, это ужасное событие. Но именно в этом есть Божья любовь, потому что это то, чего не хочет Бог для человека. Никоим образом. Но если мы говорим о том, что действительно Бог любит каждого человека, и его любовь не меняется, вы утверждаете, любовь Бога не меняется по отношению к поведению? Вы понимаете, может, любовь Бога не меняется, но могут меняться его действия по отношению к человеку. Потому что даже человек любящий, хотя его любовь не сравнится с Божьей любовью, он сегодня может вот так проявлять свою любовь, а завтра вот так, потому что я завтра могу действительно как-то не очень хорошо себя повести, да, если, допустим, моя мама, да, как она любит меня, но я могу что-то сделать не так, и поведение мамы изменится, но любовь ее при этом не изменилась. Хорошо, а легко или трудно пробежать мимо Бога? А это возможно? Я не знаю, вы знаете... Когда мы встречаемся с кем-то из начальников, и если мы что-то сделали не так, опоздали, что-то, но еще неправильно как-то поступили, что мы стараемся при виде этого человека? Мы стараемся незаметным образом пройти мимо. Конечно. Мы понимаем, что будет лучше проблема. Лучше пусть не заметят. Вот по отношению к Богу также нам лучше пробежать мимо, нам легко вообще или трудно пробегать мимо Бога? Он всегда видит. И наказывает. Либо он, видя, что я хочу пробежать быстренько мимо него, он меня продолжает любить. Можно я вспомню здесь ситуацию Авраама, когда он жену свою выдал за сестру? Да. Я думаю, что, наверное, тогда бы Аврааму хотел сказать, Господи, ты не смотри на меня, когда я вот так вот объявляю, что моя супруга на самом деле мне сестра. Я думаю, он бы хотел. Но мы видим, что то, что Бог смотрел, и то, что Бог вмешался в эту ситуацию, неприятную для Авраама, именно это спасло эту ситуацию, спасло его жену и спасло Авраама. Как вы думаете, он, Творец, это чувствительный Бог? Вот когда мы говорим о любви как о чувстве или о принципе? Он чувствительный Бог, когда мы, например, поступаем по отношению к нему несправедливо? И он все так же продолжает любить, либо он как-то реагирует на это. То, что мы читаем в Священном Писании, вот, например, Бог-ревнитель. Вот как воспринимать вообще, если ревнует, это любит? Если мы говорим о Боге, есть ли у него чувства или нет, то давайте вспомним, как Бог творил человека по образу и подобию своему. Да? У нас есть чувства? Есть. У нас есть ответственность, у нас есть принципы? Есть. У человека есть. Значит, у Бога это в большей мере даже есть. То есть, если он, я не просто говорю, есть ли у него чувства, насколько он вообще чувствительный. То есть, если мы говорим, что бы ты ни делал, Бог продолжает тебя любить. То есть, вообще ничего, как говорят, вот внутри, нет, знаете, вот, есть такое выражение, не ёкай там, не переворачивайся. Вот посмотрите, давайте, вы сами привели пример, вот человеческие отношения, да? Вот если я кого-то люблю, а этот человек делает мне больно, то если я его люблю, и он видит, что я его люблю, и он откликается на эту любовь положительно, и он радует меня, это то у меня хорошо, тоже радость. Конечно. Но если он видит, что я его люблю, а делает мне больно, какие у меня чувства? У меня тоже чувство боли. У меня боль. Понимаете? И вот, в момент боли... Но я его не перестаю любить. Если у меня настоящая любовь, то я его не перестаю любить, не просто больно. Мне это просто больно переносить. Знаете, вот мне очень нравится эта библейская история, евангельская история о блудном сыне, мы ее называем, да? Но я бы там подметил ситуацию с любящим отцом. Сын приходит к отцу и требует части имения при живом отце. В той ситуации отец имел полное право привести этого сына пред судилище и предать его смертной казни. Отец унижается, идет... вычисляет стоимость имения, которое принадлежит младшему сыну, хотя первое надо было отделить старшему, да, унижается перед людьми, которые это видят, и отпускает сына с теми благословениями, на которые он не имеет права. И можно было сказать, все, после этого он на сыне поставил крест, сын для него умер, больше не существует. А история говорит, что это не так, что отец каждый день выходил и ждал сына.
И когда сын осознал, вернулся, отец бежит к нему навстречу. Вот это любовь. Но мы видим, я безусловно согласен с вами, это потрясающая притча. Я как бы стараюсь понять, когда Бог, здесь мы видим, отец ждал каждый день и дал ему возможность прийти в себя и вернуться. Читая другие истории, я задаюсь вопросом, а что там происходило, например, когда человек, который имел хороший урожай и сказал, что он теперь будет есть, пить и веселиться, и Бог говорит о том, что в эту ночь возьму душу твою. Либо как это произошло с Валтасаром, что он был взвешен на весах и найден очень легким, и он умер в этот день. Вот как понять, вот к этому блудному сыну было несколько лет терпения и внимания, для других эта же ночь была трагической ночью, когда жизнь закончилась. Так для других мы знаем только эту ночь. Вот нам открыто только эту ночь, а мы не знаем, что там было раньше. Если вы посмотрите внимательно на ту историю про богатого человека, ну, вы видите всю его жизнь. Он жил для себя, он все время жил для себя. Он сказал, что это мои житницы, я скажу душе моей. То есть Бог дал ему ответственности за других. Знаете, как говорят Антуан де Сент-Экзюпери, это известное выражение, мы в ответственности за тех, которых приручили. То есть у этого человека была ответственность за других. Но мы по жизни о ком больше думаем, о Боге или о себе? Ну, естественно, знаете, как говорят, своя рубашка ближе к телу. Это в мире так говорят. В мире так говорят. Но когда приходит проблема, мы начинаем думать о Боге. Разница, знаете, в чем заключается, наверное, в том, что вы спросили, Бог это чувство или это принцип? Это прежде всего личность, которая хочет иметь с нами взаимоотношения. И проблема человека заключается в том, что после грехопадения вот это счастье, к которому стремится каждый человек, независимо от того, он верующий или неверующий, все хотят иметь счастье. Но, как в Библии говорит, что есть такие пути человеку, которые кажутся очень прямыми, хорошими и счастливыми. Они не видят, что конец этих путей – смерть. И Бог, видя конец от начала, являясь альфой и омегой, да, он так взаимодействует с человеком и выстраивает пути его жизни, чтобы концом его жизни, вот этих путей, не был бы конец и гиенна огненная. И поэтому приходится на этих путях взаимодействия с человеком создавать некоторые неприятности. А когда мы говорим о грехе, можно ли, нужно ли, можно ли считать грех вот как измена, блуд по отношению к Богу? Очень часто подобную картину Бог рисует. Когда Бог сравнивает отношение человека с Богом, как отношение супруга и супруги. И Бог имеет на это право, потому что Бог вступил в завет с человеком, и Он говорит, что ты моя собственность, и даже Он называет иногда, вот ты часть этого завета. Ты часть этого завета, естественно, Бог имеет право так себя вести. То есть, если ты говоришь о том, что я люблю тебя, и я говорю это Богу, то не делай греха, да, не делай блуда, не совершай вот ту измену, которая просто ранит не только Божье сердце, оно ранит в первую очередь и тебя. Где-то ты, может быть, это и не замечаешь. Бог говорит, что ты выбираешь тогда не меня, а выбираешь другого. А если ты выбираешь другого, ты прелюбодействуешь. Ты выбрал для себя другой источник для твоей любви. Это не любовь. То есть она никогда не пойдет на измену, если это настоящая любовь. Если настоящая любовь, она никогда не предаст, потому что если это любовь, ты будешь бороться. Да, да. Но вот и посмотрите на Бога, который мог бы, наверное, множество раз отказаться от человека, и этот проект неудавшийся, который называется «Человек», закрыть. При потопе мог закрыть этот проект? Мог. Но тем не менее нашелся человек, который согласился строить отношения с Богом в самое развращенное время. И Бог взял этого человека. И видя лишь несколько человек, он... И Бог сохранил род человеческий, да? И на протяжении всей истории мы видим, что было много ситуаций, когда Бог мог уничтожить. Он имел полное право, потому что они отошли от Него, забыли, они развратились. Бог называет их жестоковыйными, но тем не менее Он говорит, я оставляю остаток ради себя. То есть Бог всегда дарует выбор человеку, как ему поступать в той или иной ситуации. Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим нашу программу. Уважаемые зрители, оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь, мы вновь скоро встретимся с вами.
Друзья, спасибо, что вы с нами. Это программа «Познаем истину». Я вновь хочу напомнить вам, что вы можете связаться с нашей программой, если у вас возникают какие-то определенные вопросы при чтении Священного Писания. Контакты вы сейчас можете увидеть на своих экранах, как связаться с нами. А мы продолжаем говорить о любви, говорим о спасении. Скажите, вот для чего Христос пришел в этот мир? Он как раз пришел для того, чтобы люди увидели Бога не просто на словах, чтобы они увидели Его живым, говорящим, чтобы они могли иметь с тем Богом, который есть любовь, живое, непосредственное, конкретное общение. То есть произошел определенный разрыв между Богом и человеком. Вы упоминали текст из книги пророка Исаии, что грехи ваши произвели разделением. А как вы думаете, какого размера пропасть существует между Богом и человеком? Люди вот сегодня в союзе, как вы думаете, или в разводе с Богом? Ну, мне кажется, люди в очень сложном положении, потому что сказано еще, что Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Приходится человека искать. Это вот как где-то очень в сложном месте потерявшееся. И тут даже разводом не назовешь, потому что в разводе примерно равные стороны конфликтующие. А здесь ну, вот потерявшаяся какая-то такая сущность, которую нужно найти, которая нуждается в том, чтобы его пошли и нашли, и сказали, что ты нам нужен. Давайте мы прочитаем несколько текстов Евангелия от Иоанна. Мы говорим о любви Христа. Первая глава с 1 по 3 и 14 текст. И послание апостола Павла к Филиппийцам. Вторая глава с 5 по 8. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Спасибо. Давайте послание апостола Павла к Филиппийцам прочитаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал как человек». Смирил себя, быв послушным, даже до смерти, и смерти крестной. Скажите, вот чего в Иисусе Христе было больше, божественного или человеческого? Он имел какое-то преимущество над другими людьми? Ну, конечно, имел преимущество, но он сложил это преимущество. А в чем было преимущество его, когда он был здесь человеком на земле? Когда здесь был человеком на земле, я думаю, что у него не было преимущества, потому что мы знаем, сатана пытался его искушать, и какой был бы смысл в этих искушениях, если бы он был настолько защищен своими небесными преимуществами, очевидно, что это было бы бессмысленно. Поэтому можно сказать, что он был, как написано, То есть мы можем говорить о каких-то пропорциях, там, 50 на 50, 100 на 100, божественное и человеческое? Ну, мы можем сказать, что пропорция 100 на 100 более соответствует действительности. Апостол Павел, послание к Колоссянам, говорит, что в нем пребывает вся полнота божества телесно. Но с другой стороны, когда мы читаем вот то, что, о чем говорит апостол Павел, послание к Филиппийцам, мы видим, что он добровольно свою божественную природу смирил. И он стал как человек, чтобы пройти весь путь, который проходит в этой жизни человек. Почему в послании к евреям апостол Павел говорит, что он прошел весь путь, и он может понимать нас. Он опустился на само дно человеческой жизни, и он может понимать нас. Он же не родился взрослым. Мы, например, если сравним его с Адамом, Адам был зрелым. Он был, ну, так скажем, сотворен зрелым человеком, состоявшимся человеком. А Иисус Христос пришел младенцем. Он пришел как маленький младенец, рожденный от женщины. И это его было смирение. Он рос как младенец, он взрослел. И весь путь, который проходит человек в этой жизни, он его прошел. Но прошел, пользуясь милостью Бога. А в чем мы сегодня можем быть похожими на него? Мы говорим, в нем было 100% и божественного, и человеческого. В нас 100% человеческого. Мы чем-то можем быть похожим на него, или все-таки между нами и им это какая-то действительно та пропасть, о которой говорит Священное Писание? Вообще в последние дни Иисуса было, в последний момент его жизни было, о нем было сказано «сей человек». То есть если мы, ну, человек
задается вопросом философским, каким на самом деле должен быть человек. Если мы открываем Евангелие и проследим, вот, то шаг за шагом, как шел Иисус, и время до Голгофы, мы можем увидеть, каким истинно должен быть человек. Сказано, что мы сотворены по образу и подобию Божию, но также сказано, что и Он есть образ. Понимаете, поэтому, то есть он не подчитал, как там было сказано, что он крадет славу Бога. С другой стороны, он есть образ ипостаси его. То есть для нас это вот эталон, каким должен быть и может быть человек. То есть это реальность. Будем так говорить, да? То есть мы реально можем быть похожими на Него, потому что Иисус Христос как раз пришел на землю показать, что значит любовь Бога, Отца по отношению к человеку, и как человек, вот как каждый из нас может жить на этой земле совершенно другой жизнью, которую мы представляем себе, делая себе какие-то определенные послабления, что я просто так не могу. Это он, а это я. Можно это как бы разные, добавить? Совершенно разные вещи. Вот знаете, иногда есть такие герои, на которых смотришь, ну, там фильмы снимают, но они в каких-то необыкновенных ситуациях, совсем других ситуациях. И каждый думает, вот смотря на него, вот я, если бы я был в этой ситуации, может быть, я тоже был бы героем. Но мы видим Христа в совершенно обычной жизни. Он сталкивается и со смертью, он сталкивается с болезнями, он сталкивается с обидами, непрощением, сколько у него было козней. Но мы видим и его реакцию в этой жизни. Каким, ну, по сути, он представляющий Бога, как он есть на самом деле. Когда он здесь был человеком, был ли вообще какой-то предел его любви? Потому что мы говорим, ну ладно, Бог – это что-то над человеком. Мы здесь говорим о его практически вот человеческой жизни здесь. Когда он общался, когда вы говорили, над ним смеялись, в него плевали, пытались его убить. Вот его отношение, у него был предел любви, когда мы читаем Священное Писание. Знаете, иногда говорят, что когда в семье предательство, с женой вдруг кто-то предал, любовь кончается, говорят, да? То мы можем сказать, что у Иисуса в этом смысле предела любви не было. Потому что в тот момент, за несколько часов до распятия, когда он уже знал, что есть предатель, Евангелие говорит, что он все равно явил делом, что возлюбил до конца. И он склоняется перед предателем. И вероятнее всего, что он предателю омывает ноги первым. Но реакция предателя другая. Реакция человека, которому проявлена вот эта любовь до конца, она другая. Он разочарован, он расстроен, потому что в его понимании это должно быть совсем по-другому. Он уходит. Но Бог в Иисусе Христе явил свою любовь к человеку, каждому человеку до конца. И он проявляет эту любовь до конца. Я бы хотел еще коснуться вопроса личности Духа Святого. Что делает Он? Каковы Его функции? Потому что мы читаем, даже Христос говорит, что вы можете, как бы, ну, этого не нужно делать, но всякая хула, она может проститься, когда мы какой-то негатив говорим в адрес Иисуса Христа, но вот хула на Духа Святого, она не прощается. Вообще, каковы его функции? Вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, то мы находим, что он пришел для того, чтобы обличить мир. Вот как можно совместить обличение и можно ли обличение хотя бы каким-то краем вот совместить с любовью? Ну, конечно, обличение. Вот он приходит и обличает нас о грехе. Вот если вы придете ко мне и будете говорить, Олег, вы поступаете, все делаете не так, и не так, и не так, и не так, но я не знаю, вот чувство любви появится? Знаете, я надеюсь, что я не ошибаюсь, но сказано, что он обличает, но не обвиняет. Ведь не сказано о Святом Духе, что он обвиняет человека. Обличение – это не обвинение. Нет. Вот обличение связано со словом «лицо». Все-таки как бы обличение – это показать рост человеку, Святого Духа. Его истинное состояние или положение. Вот это цель обличения. Если это обличение, оно, опять же, сделано в любви или, другими словами, с желанием помочь человеку исправиться к лучшему, тогда такое обличение будет эффективным, и оно поможет измениться. Знаете, что интересно? Здесь сказано, что он, придя, накажет мир, погрязший в грехе на основании правды, и осудит мир. Такого ведь не сказано. Сказано, что он обличит. То есть он откроет им их подлинное состояние. Иногда мне необходимо, чтобы кто-то мне сказал. Знаете, я до сих пор вспоминаю… То есть настоящий друг может всегда, это сказать, знаете, да? Как говорят, есть самый близкий человек, иногда может в лицо нам сказать правду о нас. Почему? Потому что он любит нас.
Очень часто это бывает, когда родители, матери могут сказать своим сыновьям правду о них, потому что любят. Не потому, что хотят зла или хотят унизить или оскорбить, а потому что любят и хотят, чтобы этот человек изменился. Вот здесь на самом деле чего он хочет? Он хочет обличить мир о грехе, он хочет показать им их состояние, он хочет открыть им правду о них и правду вечную. И он хочет им сказать о том, что если они не изменят состояние свое, если они не поменяют направление своей жизни, то суд для них будет не защищающим, а страшным. То есть он говорит как бы о цели нашей жизни, потому что если не обличать, обличение – это как своего рода, можно сказать, и подсказки, да? Вот интересно, когда человек вот упрекает, и есть, вы действительно сказали, есть обличение, когда ты делаешь это с любовью для того, чтобы помочь человеку расти. И можно так нечто сказать человеку, что он просто не выберется из этого состояния, что делает Дух Святой, он дарует нам возможность роста, благодаря чему человек может получить спасение. Мы говорим, есть любовь Бога, Отца, Сына, Духа Святого по отношению к человеку. Только любовь – это тот стимул, который позволяет нам стремиться что-то изменить в своей жизни, что-то делать, либо спасение. Это опять же, просто подарок Бога каждому человеку. Конечно, спасение – это подарок Бога каждому человеку. Вы абсолютно правы в каждом слове. Вопрос нашего принятия. Мы знаем, что в Сыне Господь подарил и открыл нам дорогу вечности. То есть это не наша заслуга. Вот я как христианин живу, хожу в церковь, читаю Слово Божие, и поэтому мне за это подарят. За то, что я хожу, молюсь и читаю. Конечно, не за то, что мы что-то делаем, потому что сказано, что вообще это было изначально. До того, как мы родились, это было совершено для нас, для нашего спасения. Ну хорошо, если это подарок от Бога, вот мне подарили, почему все-таки мы так не уверены в своем спасении? Почему не уверены? Я не согласен с этим. Но многие люди, вот спросите многих людей, вы уверены, что вы будете спасены? Но это проблема конкретного человека, что у него страх, у него неуверенность, значит, у него нет отношений. Знаете, как говорят, вот я чуть-чуть вернусь назад, говорят так, что спасение нельзя заслужить делами. Да и аминь. Нельзя спасение заслужить делами. Но спасенного видно по делам. Понимаете? Спасенного человека мы всегда увидим. А он наполнен радостью, уверенностью, миром, надеждой. Это спасенный человек, потому что у него есть отношения. У него есть отношения с Богом. То есть спасение рождает в тебе нечто, да? Не наоборот. И спасение, обретенное тобой, производит в тебе иной образ жизни. Потому что ты живешь теперь как спасенный. А спасение легко потерять? Вообще, спасение как дар, в принципе, спасение потерять невозможно. Но если мы отвергаем вот это нельзя сказать, что это легко, потому что Бог все равно над тобой трудится. И Он пытается тебя вернуть к себе, повернуть лицом, чтобы ты посмотрел, чтобы ты увидел все это. Но человек, конечно, обладает свободой выбора отвернуться. То есть Бог борется за нас, мы можем сказать так, да? Он борется за нас каждый день для того, чтобы ты мог прийти в себя. То, что мы говорили о блудном сыне. Иногда для того, поражаешься, чтобы мы могли насколько сделать Бог этот шаг. Сил и я это. Хотел бы коснуться вот текста. Давайте мы прочитаем книга Откровения, 14 глава, с 5 по 7 текст. Книга Откровения, Трехангельская весть, записана здесь. Давайте мы прочитаем с 5 по 7 текст. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Скажите, вот что радостного вы видите в этих словах? Ну, вообще, особенно глядя на нынешнюю природу, вот на эту зиму, которую нам Господь подарил, я хочу сказать, что для меня здесь большая радость встретиться с тем, кто вот это сотворил. Потому что, глядя на красоту, я думаю, что то, что предоставляет для нас Господь в дальнейшем, оно будет еще прекраснее. Но мы видим, ангел летит, и он говорит: убойтесь Бога и воздать Ему славу, ибо наступил час суда Его. Да. То есть все-таки мы говорим о Евангелии. Евангелие – это какая весть? О чем она? В чем радость этой вести, если
мы здесь считаем, что она связана с судом и с ответственностью. Радость этой вести, она заключается в том, что несмотря на то крайне тяжелое положение, в котором оказался человек после грехопадения, у него есть надежда и уверенность быть спасенным. Но при условии того, что он признает, что этот мир сотворен Богом, Бог есть любовь, и Он управляет всем, и Он открывает нам как прошлое, так и настоящее, так и будущее. Я бы хотел соединить этот текст с текстом, который мы находим в книге пророка Иеремии. Там Бог говорит: «Я любовью вечную возлюбил тебя», а здесь Бог говорит: «У меня для тебя есть вечное Евангелие». То есть я все предпринимаю на протяжении всего периода земной истории. В чем истории. Суть этого Евангелия? Спасение, предложенное человеку. Бог говорит: «Измени образ жизни, я предлагаю тебе свою любовь. Приняв свою, мою любовь, поменяй образ жизни, прими меня как Творца, прими меня как Спасителя, прими меня как Бога». И очень интересное выражение: «Воздайте Ему славу». Знаете, здесь как бы говорят так, что в еврейском языке слава – это вес. То есть Бог говорит: сделай меня весомым в твоей жизни, и все поменяется. И твоя жизнь будет совершенно другой, и на суд ты уже не придешь. У тебя это будет заступник. Но Иоанн пишет о том, вот как раз книга Откровения, мы говорили с вами, что это книга, которая показывает, что будет в будущем, и мы можем утверждать о том, согласно Священному Писанию, что мы живем именно в то время, когда наступил час суда, когда жизнь каждого из нас, она проверяется, вера проверяется на прочность, и поэтому, ну, нам необходимо быть готовым для того, чтобы увидеть Господа, приняв эту радостную вещь, что наступает как бы освобождение или искупление каждого человека. Благодарен вам, друзья, за участие в программе. К сожалению, время летит очень быстро. Я признателен и вам, уважаемые друзья, что вы были вместе с нами, когда мы сегодня размышляли о любви Божией. Действительно, любви Бога нет предела. Как бы ни поступал человек, мы видим, согласно Священному Писанию, Бог продолжает любить каждого из нас. Каждый день Он выходит на дорогу, и чтобы встретить нас, когда мы вернемся. Бог дает нам право выбора уйти, но Бог влияет на нас своей любовью. У нас есть родственная связь с Ним, и благодаря этой родственной связи, Его любви, человек возвращается для того, чтобы быть в доме Отца. Христос пошел на крест для того, чтобы мы были с Ним, жили в дружбе, в единении. И сегодня Господь каждому из нас предлагает спасение. Все, что нужно сделать, это принять этот дар, поверить, что Бог любит тебя. Пусть добрый Бог благословит каждого из вас, чтобы мы в своей жизни могли почувствовать эту любовь по отношению к каждому из нас, когда мы в разочаровании, когда мы в радости, когда мы упали и у нас нет сил подняться. Он всегда рядом с нами. Он всегда готов прийти к нам на помощь. Всего доброго. До свидания. До свидания вам, друзья. До свидания.